Привет, девчонки! Сегодня речь пойдет о ногтях. Я вам расскажу, как я отрастила себе ногти. Сначала их покажу. Вот так вот сейчас выглядят мои ногти. Ну, такие достаточно длинные. Для меня это длинные. Не обращайте внимания, я вчера делала маникюр. Здесь вот подрезала себе немножко кожу, поэтому у меня небольшая там ранка. Вот такие вот ногти. Накрашены у меня лаком от Essence, таким вот светлым. Никакой вот этот ободочек я не подкрашиваю, то есть они сами по себе у меня такие вот белые. То есть френч я делаю крайне редко, в принципе, мне достаточно вот этого вот лака, и ногти и так хорошо выглядят. Ну, а теперь приступим, наверное, к самой основной части. У меня тоже всегда была проблема с ногтями. Они у меня слоились, ломались, были очень такие тонкие. В общем, какие-то непонятно что, я не знала, что с ними сделать. И потом, по прошествию, наверное, пару лет даже, я сделала такой вывод, когда у меня с организмом что-то не в порядке, это отражается сразу же на моих ногтях. Они начинают ломаться, начинают слоиться. То есть это первый фактор у меня того, что мне не хватает каких-то витамин. Сейчас, к сожалению, у меня нет тех витамин, которые я сначала начала принимать, потому что они у меня закончились, курс мой закончился. Я его буду повторять раз в год. То есть первые витамины, которые я пила, это были дрожжи. У меня были дрожжи с селеном. Я пила их, мне прописали их пить 3 раза в день, но каждый день на протяжении 2 месяцев. То есть там как раз какая-то такая доза, я купила себе две вот эти вот баночки такие, и мне как раз хватило их на 2 месяца. Дрожжи эти продаются в любой аптеке, единственное, что они бывают разные, там с селеном, кто-то у меня пил еще с чем-то, вот я, к сожалению, не очень знаю, каких там видов они есть, но, по-моему, они, в принципе, все... Я, конечно, не медик, я не знаю, но, по-моему, они все более-менее одинаковые. То есть, если вы прочитаете в интернете, там, вобьете дрожжи, например, там, с селеном, витамины, то там пойдет целый список того, что они делают, что они лечат, как они полезны. В общем, там просто чудо какие-то дрожжи оказываются. Вот. А на самом деле результат... наверное, появляется спустя где-то 1,5 месяца, не раньше. То есть, если вы пьете неделю-две и думаете, ну, что же, ничего, никакого результата, нет. Результат появится только чуть позже. Также там написано, что дрожжи помогают не только ногтям, да, также коже, росту волос, улучшает общее самочувствие, состояние, витамин, ну, в общем, все такое прочее. После окончания этого курса, там прошло буквально, наверное, прошел месяц, и я начала принимать вот такие вот Active Life, витамины и минералы. Ну, это типа мультивитамины такие вот. Они у меня со вкусом апельсина. Ну, в общем, такие вот таблеточки кругленькие, растворяете в воде. И пьете, ну, я пью как лимонад. Но мне вот напоминает лимонад, потому что он чуть-чуть такой газированный из-за того, что это шипучие таблетки. Но очень такой вкусненький. Вот. Сейчас я их пью. Закончится. Потом через какое-то время опять. То есть это такие для поддержания иммунитета, скорее всего, витамины. Вот. Далее есть еще такие отличные витамины. Называются имидин. Но вот это именно Time Perfection. Время совершенствования. Потому что они есть разных серий. Вот эти витамины советуют пить после как раз вот с 25 лет. Они тоже улучшают и кожу, состояние кожи. Это уже такие приближенные к возрастной, я не знаю, потому что следующий, наверное, идет курс уже там от 30 или 32 где-то лет. Другая уже серия витамин. Это тоже чудо-витамины, чего здесь только нету. Здесь 60 таблеточек, они у меня... покажу. Они у меня вот в такой вот... пачечки, достаточно большие таблетки. Я пью по 2 таблетки каждый день. Ну, я с утра просыпаюсь и сразу их пью. В общем, это тоже витамины. Заметно улучшается рост волос. Тоже ногти приходят в порядок. В общем, тоже такие
волшебные витамины. У меня много знакомых подружек, которые их пьют. В России вот эти таблетки стоят достаточно дорого. Надо искать, потому что в разных аптеках они стоят везде по-разному. А вот эти вот, именно вот эти вот я покупала. Я покупала у подружки, она привезла их из Лондона, по-моему, если я не ошибаюсь. Там они стоили, ну, не так дорого, плюс там была какая-то акция, там была третья пачка в подарок. А на весь, как это сказать там по-русски там, на весь курс, как бы лечения, вам нужно всего две вот такие вот упаковочки. Ну, третья, конечно, у меня осталась, ну, в следующий раз буду пить, когда будет следующий курс. А курс там рекомендуется повторять либо раз в год, либо два раза в год, но мне пока что хватает также раз в год. То есть получается, что в течение года я пью какие-то разные витаминки, там, курсами какими-то. Вот, так что присмотритесь вот к этим тоже витаминкам, но только кому уже за 25 или 25, как мне. Вот, я их как раз вот сейчас пью. Но на самом деле я их пила и в 24 года я их начала пить. Да, в прошлом году я их начала пить. Ну, не столь важно, я думаю, год не страшно. Вот. Это то, что касается витаминов, таких общих, которые я пила, которые на самом деле вроде как помогают. И главное их правильно пить, чтобы у вас витамины эти оставались в вашем организме, а не вымывались там водой и так далее. Вот. Далее у меня есть такое масло зародышей пшениц. Я его очень-очень давно уже показывала, рассказывала про него. Куплено очень давно. Почти больше, чем полгода назад. Стратила совсем вот чуть-чуть. Конечно, пользуюсь им не каждый день. Последнее время, как я им пользуюсь? Я очищаю ногти от лаков, от всего. Там маникюр, делайте, что хотите. И сверху потом просто пальчиком так делаете и наносите на ноготь. И так потихоньку его просто втираете. Ложитесь, читайте книгу, делайте, что хотите. Потому что, в принципе, пальцы, ногти... Ногти достаточно такие жирные, поэтому не советую там к чему-то прикасаться, потому что все-таки следы останутся. Вот. Наносите на ногти, все это втираете, лежите, все это впитывается. Дальше по вашему усмотрению. Я обычно делаю дальше следующую маску для ногтей. Маска у меня вот такая вот overnight. Это ночная маска, сделана во Франции. Это такая маска, я ее тоже уже показывала в каком-то из видео. Маска на основе протеинов устрицы. Во, вспомнила. Потому что у меня коробочка уже потерялась, а здесь, ну, вообще ничего не написано. Вот, маска на основе протеинов устриц. Вроде бы как такая белковая, можно сказать, маска. Она вот такая, ну, обычная кисть, как у... лака для ногтей. Лак, можно так назвать, потому что он все равно засыхает, имеет такой светлый, немножко белый, перламутровый такой оттенок. Написано наносить его в два слоя, а потом вы ночью ложитесь спать, а утром смываете водой под краном. Но если вы наносите, хорошо, один-два слоя, неважно, нанесли вечером, желательно делать перед сном, потому что если вы потом пойдете чистить зубы, еще что-то, у вас это смоется. Именно буквально там через 3-4 часа он все равно у вас смоется. Но если вы это оставляете на ночь, ложитесь спать. Когда он у вас засыхает, ложитесь спать, сохнет достаточно быстро, и утром пытаетесь его смыть под водой, когда там умываете лицо или еще там чистите зубы, куда-то собираетесь, он ни за что у вас не смоется под водой. То есть я обычно, если наношу два слоя, то верхний слой, он немножко все-таки смывается, а остатки вам приходится смывать жидкостью для снятия лака, потому что по-другому его больше никак не снять. Поэтому в этом, конечно, его такой небольшой косяк, можно сказать, не очень удобно, но действенно, так скажем. Он очень хорошо укрепляет ногти. Вот эти вот, бывает, что расслаивается ноготь, да, он вроде бы как вы его еще не обрезали, но он такой уже расслоенный, такой вот у вас там на кончике, еще где-то. Он на самом деле, у него есть такое свойство у этой маски, он склеивает вот эти расслаивающиеся пластинки, они как-то, не знаю, заживляются друг с дружкой. То есть, если у вас расслоенный ноготь, вы можете проверить, купить вот эту штучку,
и мазать каждый день там на протяжении 3-4-5 дней, и у вас на самом деле пластинки, они срастутся обратно на место, так скажем. В общем, тоже такая неплохая штука, удивлена эффекту, но классно. Вот. Ну и далее всем известный у меня есть Nail Harder. Это укрепитель для ногтей, умная эмаль. Она есть у многих, прозрачный. Чаще всего я им мажу ногти перед сном, когда не делаю ни маски, ни масла для ногтей, вообще ничего. Я просто смываю от лак, который у меня был на ногтях, и наношу вот этот вот укрепитель. И очень часто я хожу с ним просто без лака, без всего, то есть он как прозрачный, ногти смотрятся очень ухоженные, такие, придают небольшой блеск ногтям, вот, и, ну, укрепляет, не знаю, написано укрепляет и делает ногти длиннее, то есть они быстрее растут, с протеинами и витаминами В5 и витамин А. Что еще написано? Быстрый рост гарантирует за 14 дней, применение нанести в 2-3 слоя, а затем можно уже нанести лак, там, ну, любой, какой хотите. Вот. Написано для ежедневного использования. Я его, в принципе, и так использую достаточно ежедневно. Я не могу сказать, что именно вот этот лак помог мне, потому как я слышала различные отзывы о том, что многим он не помог, не произвел никакого результата на ногти. Может быть, это витамины, может быть, это лак. Я не могу сказать, что именно мне помогает и помогло отрастить вот такие вот здоровые, твердые, красивые ногти. Может быть, это витамины, может быть, это просто общий целый вот этот вот комплекс, который я применяю для роста ногтей, волос, для кожи. Ну и каков мой совет, наверное, резюме такое, подытожим. Наверное, все должно быть в комплексе. Если чего-то хотите достичь, я не думаю, что какое-то одно средство, бах, и вам помогло прям отрастить волосы. Наверное, это общий какой-то комплекс, не знаю, витамины, еще чего-то. Я считаю, что должно быть и внутреннее воздействие на организм, и внешнее. Тогда у вас будет хороший, отличный результат. Всем желаю хороших результатов. Отрастить красивые, здоровые ногти, не обязательно длинные, да, кто-то не любит длинные ногти, кто-то любит, чтобы они просто были здоровые, красивые, не ломались, не слоились, вот, так что всем хочу пожелать здоровья, тем более в такую холодную погоду, как зима, витамины необходимы, пейте витамины, ведите здоровый образ жизни, питайтесь хорошо. Всем большое спасибо за внимание и пока-пока!